В Кумтаркалинском районе введен карантин в целях уничтожения очага оспы овец и коз. В Рио глава Дагестана Сергей Меликов подписал соответствующий указ. Ограничения будут действовать до 26 января на территории СПК Батлаич. Угрожаемая зона определена в радиусе 10 километров от границы неблагополучного пункта. Теперь данную территорию нельзя посещать посторонним, кроме персонала и специалистов госветслужбы. Запрещены ввоз и вывоз всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые животные, вывоз шерсти и пуха, молока, снятие шкур с трупов павших животных тоже под запретом. В неблагополучном пункте и угрожаемой зоне до окончания карантина нельзя проводить ярмарки.